поэтесса, писательница, поэт, блогер. Стихи для нее не являются самоцелью. Это просто способ проживания чувств. Поэзия, как считает эта девушка, это муза, которая прилетает, когда ей заблагорассудится, и не имеет любимчиков. А вот проза – требовательная госпожа, которая награждает лишь трудолюбивых. Вот такой мыслитель-философ Марина Золотова! Добрый вечер всем. Очень рада видеть всех. Такое большое сообщество интеллектуалов не может не радовать. Добрый всем вечер. И сегодня я прочитаю стих. Давайте вы сами попробуйте угадать, за какую позицию этот стих. А я ведь все еще западаю, как кнопка старого телефона. А он мне все еще не отвечает, и я безнадежно вне его зоны. И расстояние помехой, и время, а память коварно хранит его запах. Да, я, быть может, потом и прозрею, но пока я верна своим чувствам и сказкам. Да будь между нами хоть все океаны, мы растили бы лучших детей в целом свете. Но любовь... Ни пожар, ни буран, ни цунами. Создавать, а не рушить, за все быть в ответе. Я помню, не в ритм был наш с тобой танец. Мы друг ради друга ничем не рискуем. И места здесь нет моим глупым желаниям. Мы по жизни не в ритм танцуем. Думаете, этот стих был за то, что время лечит? Поднимите руки, кто думает за то, что время лечит. Так, а кто думает, что это за ту позицию, что время не может нас вылечить? Нифига. Вот я, например, еще, если вы меня поставили. Да. Правильно, этот стих, да, он был такой, но он был написан спустя месяц. После несчастной любви, после того, как да, на мои чувства не ответил один мужчина, а вот другое стихотворение. Дурак ты человек. Возможно. Невозможно. Итак, время не лечило меня тогда. А вот еще одно. Какое оно мне чужое? Из прошлого года письмо. Хоть помню, моей рукой написано было оно. Все чувства такие чужие, а были когда-то мои. Все смайлики, все запятые, все вздохи ушедшей любви. Теперь невозможно и странно, что все это было со мной. Наивно, наигранно, рано, а думала, навсегда мой. Оказалось непрочно. Как дым, все то, что звала я своим. Благодарю вас за такую поддержку. Ну а как вы думаете, этот стих за то, что время лечит нас? Однозначно, да. Я считаю, что... Время, конечно же, лечит, просто нужно для этого чуть больше времени, да. Оно берет за свою медицину в качестве платы годы нашей жизни. Вот так. Спасибо большое. Да, спасибо, дорогой.